Сегодня я купил генератор солнечный. Вместе с батареей солнечной. Торговая марка Джекери. Portable Power Station. То есть портативная энергостанция. То есть большой пауэрбанк. Плюс солнечная панель. Вот, вот в комплекте что идет. Так, смотрим технические характеристики сначала. Так, емкость 518 ватт, вес 6 килограмм, размер, вход струма, так что тут, угу. Температура заряду до минус 40. Рабочая температура минус 10 до 40, от 0 до 40. Рабочая температура, аккумулятор литий-ионный. Ну, такой он из себя этот Джекери. Это гарантийный талон, что ли? Так, смотрим. Это у нас что здесь? А, это ножка. Это ножка. Это тоже ножка. Это карманчик. Так, а как же карманчик открыть? В нем потайной карманчик. Так, здесь какой-то шнурок. Но мы пока еще не разобрались. Вот это шнурок, поэтому пока доставать его не будем. Смотрим, что здесь нарисовано. Желательно во время дождя заряжает что угодно, начиная от телефонов до планшетов. Вот, собственно, и батарея солнечная. Solar Saga. И можно подвешивать, я так понимаю, за вот эти штуки, а можно ставить. Так, теперь, собственно, смотрим Power Station. 2012 года занимаются они этим. Так, LSD-дисплей, input, output, открываем. Хочет открываться. Так. Email есть вот и сайт Джекери. Так, собственно, там он сам этот Джекери. А здесь у нас что-то есть такое. Что это? Так, один кабель, это от машины зарядки, да, я так понимаю. Это зарядка от сети, скорее всего, правильно? Ну да. Чайно.
Так, вытягиваем, собственно, агрегат. Так, вот он, у нас джекер. Какой-то маленький он, не кажется вам, а? Так, а как его включить, интересно? Что не открывается? А вот открылось. Что снизу? Так, что здесь у нас есть? Ну, можно переворачивать. Значит, здесь по-английски написано, что перед первым использованием надо полностью зарядить его. Так. Здесь его характеристики. Как его включить, интересно, а? Ой, фонарик вот есть даже. Это большой фонарик, оказывается. О! Все просто. Раз, два. Резиновые ножки. USB. О, смотри, показывает. Что-то показывает. Угу. 63% батареи. Это выход 12 вольт. USB выход 2,4 ампера. Зажужжал. Так, ну эту кнопочку я пока не буду снимать пленку защитную, да? Кнопочки раз, выключаем. Ну что, все? Что сзади? Сзади номер его. Вот такой вот набор. Сейчас попробуем подсоединить батарею солнечную. Попытаемся подключить солнечную батарею. Так, подключается. Значит, есть переходник. Переходник от солнечной батареи для джекера 1500-2000 у нас без переходника идет. Джекер 500. Так, солнечную батарею раскладываем. Сейчас разложим. В общем, подключили. Но ничего не работает, потому что в помещении солнечная батарея, соответственно, не работает. Предлагаю испытать. Зарядку от машины тоже не будем испытывать. Будем испытывать вот эту зарядку сейчас. Так, это вытыкаем. Чувак.
Значит, это все дело стоит 40 тысяч гривен. Это где-то около 1000 долларов на данный момент. Чуть меньше. О. Есть. Сейчас подсоединим. Так, ну, собственно, пробуем. Значит, сама батарея солнечная стоит 13,5 тысяч, а этот пауэрбанк, этот большой, 26. О, сразу пошла зарядка. Показывает 86 ватт импут идет. Поскольку пауэрбанк 500 ватт, то это где-то около 6 часов полная, до полной зарядки, если с нуля. Вот так вот. Здесь выход 220 вольт. Здесь 12. Ну все. Машины попозже испытаем. Вот такая вот штукенция.